и со средней, но. И в этот раз. И в этот раз сразу как пули буквально вылетают из пистолета. Сейчас атаки фол. Мяч остается за стремлением. Третья команда для Вашингтона. Ой, а вот Сизикова проспали, и с фолом забивает сейчас Сизиков. В этот раз с атакой. Пощипкин просит заслон, надо понимать. Он разыгрывает на кроссовере, убирает. И ой-ой-ой-ой-ой. Пару нескольких таких моментов прямо выхватил важных для стремления. Он не позволил, в первую очередь, Вашингтону далеко вперед уйти. А вот сейчас уже Сизиков Игорь в позиционном нападении. Не особо они, как понимаю, спешат сейчас палить, но как минимум пытаются сейчас давление оказать. И в итоге фол все-таки никогда уверенно реализует. И как минимум два, подозреваю, броска Вашингтону понадобится, чтобы имелись у них шансы вернуть в игру. 5-очковое преимущество. Пое взять право на проведение атаки. Взять отдельный бросок. Вот, если говорить по поводу того, она не мешает создавать и навязывать свой темп игры. Как-никак, это команда тренерская в основном. Ребята, уже не ребята, я думаю, кольцо, но, возможно, ребята не разогрелись. Сегодня, кстати, хочу заметить, что у нас достаточно долгие задержки. Это, кстати, хочу заметить тоже, чисто психологически. Вот, а это у нас пока 31 номер, это Сизиков Игорь с мячом, отдает на Петренко, неплохо с тобой двоечку разыгрывает, довели бросок до свободного и здорово. А, прям как по учебнику, разыграли сейчас пик-н-ролл, через заслон вывели и закинули за шиворок сейчас защитнику стремления, Глазков Дмитрий, наконец-таки распечатывает он, и уже заранее знали, что это, в первую очередь, именно бегущая команда. Ой, вот сейчас отличная опять забегающая передача, в итоге стянул на себя, вынуждена скорее была выбрасывать такой бросок навесом, но при этом бросок этот открытый был, вот, а раз за разом уже, кстати, вот такие передачи за шиворот проходят, а уже нас решили использовать, но это скорее такая вынужденная мера, и, конечно же, и как идти в атаку, если у тебя сил нет, ну и как-никак, все-таки атака это такой момент, в атаке вы отдыхаете, в защите работаете, пока двигаете мяч. И как раз таки стиль стремления он позволяет отдыхать, если исполнить. Но, конечно, такой сложный бросок, и далеко не каждый раз он будет заходить. Это нужно быть, наверное, снайпером на уровне. О, первый мажет, к огромному сожалению. Дмитрий Глазков, один из двух, 50% с линии штрафа. И последнее, что у них сегодня не самый широкий ростер, они вынуждены так таким образом играть. Вот, вот, это хочу сказать, сейчас вот могут за счет вот таких фолов, что одна, что... Так, мы вновь возвращаемся в эфир, надеюсь, игроки успели отдохнуть. Вот, возобновляем вновь эфир, и сразу же из-под кольца отличный... Вот, а тем временем у нас Синякина Анна готовится выйти на площадку, как раз того самого Тележникова меняя, который старается... В итоге воспользовался... Воспользовался тем, что для него было небольшое пространство для разбега, сделал мини-напрыжку и в итоге воспользовался своими габаритами. Дает олень штраф, как мы видим. Первый он бывает пока что достаточно уверенно. И 2 из 2. А, 2 из 2. А, был, по-моему, 33 номер был, это Лощипкин Павел. Вот, а вот буквально только что, уже тем временем, уже 11, кстати, у Сикова. Да, определенно он сегодня является лидером на площадке. От него и от Петренко. Перевод на другую, да, вот снова Кудрявцева загружают в краску и продавливает соперник. Не давил, правда, немного, но уже второй волной. Так. Ой, выхватил сейчас просто этот мяч. Произошел захват и быстрый отрыв. С партнеров дождаться. Эта атака была бы оправдана, если бы хотя бы эта атака была в 1-1 или в численном большинстве находились бы игроки Вашингтона, но Павел Ошибкин и так посмотрим, что он придумает, доверяет этот мяч Спиваку. И не первый раз уже так отказывает. Не первый раз, да, они так удержали. Не удержал никто сейчас, к сожалению, Спивака. И в итоге он только наказал за словом карманом Захарова. Трешка. Отлично, отлично. Кудрявцев Алексею, на мой взгляд, пока вообще самый
полезный, наверное, игрок устремления на площадке. Именно он, именно его на бумаге на вторую половину. Да, не очень симпатичную игру, очень академичную, лаконичную. Собственно, как сейчас, вот, Игзентеева, Алена. Да, конечно, у них так все слаженно пошло во второй четверти, а пока Тележников. Стрельник с собой разыграли сейчас. Ой, по красоте хотел прямо сейчас издевательски уже Сизиков подбросить через соперника. Индивидуальные статистики смотреть. Собственно, кто больше всех пока набирал, но это как можно Тележников. И... Здорово, здорово. Видимо, хотел он в угол немного стянуть игрока. Я ожидал, что проход под кольцо был. Изящно, изящно проходит сейчас у нас Лощипкин. Возможно, этот момент является переломным. Вот, продолжая, собственно, дискуссии по поводу статистики. А пока, пока вот, наконец, включается Буди Казанс Кудрявцев. Вот, это что, собственно, касается игроков стремлений. Если говорить про Вашингтон, то выделяется, на мой взгляд, так вот, вот так вот. Вот так вот. А Лощипкин Павел 10, так, 5 и 9. Правда, у него 0 с 3 как раз, и 3 передачи у Лощипкина еще. Вроде один из двух до конца третьей четверти. Успокоился темп игры, и мне кажется, вообще практически забивали за третий четверть. Давайте посмотрим, кстати, сколько забивали. Ну, смотрите, ну, мяч Сидикова Игоря. И опять пытаются сейчас. И вот, здорово, на Бигзентееву. 3 очка! Разобивных полов, единственное стремление, может быть, возможности пользоваться, и будет ли пользоваться полное владение сейчас играть не стремление. Но они решили сейчас полить, и вот Эдуард цепляют. Быстро сейчас. Провели атаку, но до конца они ее довели, владение осталось за Вашингтоном. Ой, как увидел ты сейчас, великолепно. Хотя казалось, что нажал кольцо сейчас Кудрявцев, но в итоге атака не важно, не обратилась, и мгновенно доставляют это Тележникова. Вот того, что Вашингтон достаточно регулярно проводит атаки быстро на три, вот как вот это, например, сейчас Тележников закручивает мяч, наводит ужас сейчас. Момент сейчас переломным не стало, Бигзентеева не может пока прощупать свою трешку, и как же хладнокровный, небольшой стык был. Вот, если говорить про стремление, то у них неплохой достаточно процент трешек. На 9% у них выше, сегодня 30% трех залетает. Повышает сейчас бензинный защитный наведение, и от того, что у них скорость самих атак по себе выше, от этого и потерь больше. Самих по себе, по идее, атак добыла. 3-6 у него по трешкам сейчас. Петренко, перевод на Захарову, и там в итоге открытое созрение в прыжке забивает. Сейчас выводит вновь стремление вперед, и... Хотя бы заметить, что потерь что-то многовато сейчас под конец стало у Вашингтона. Стали в простейших ситуациях они ошибаться. Как находит баланс сейчас? Он попрыгал, но отказался он в кольцо заходить. А тут Бигзентеева снова довела мяч до средней. Открытый бросок.